Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Статуэтка Хетепдиефа, Мемфис. Третья династия, Древнее царство, 2649-2575 годы до нашей эры. Красный гранит, высота 39. Статуэтка погребального жреца по имени Хетепдиеф – один из самых ранних примеров частной скульптуры. В ней ощущается сильное влияние стиля второй династии. Фигура отличается массивностью и тяжестью форм. Шея почти полностью отсутствует. Жрец показан сидящим на коленях с вытянутыми вперед руками в молитвенной позе. Непропорционально большая по отношению к приземистому телу голова – стилистический прием, также характерный для ранней древнеегипетской скульптуры. Четко проработаны волосы, парика, форма которого типична для этого времени. На его правом плече имена трех первых царей второй династии – Хетепхесимуи, Ранеба и Ни-Ничера. На цоколе статуэтки имя самого жреца, совершавшего поминальные службы по ним, продолжавшиеся еще долгое время после их смерти. Ну, вот такое описание к работе статуэтка Хетепдиефа, Мемфис, Третья династия, Древнее царство, 2649-2575 год до нашей эры, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.